Опять-таки, то, что касается ритуалов. Ну, ритуалы, я бы не сказал, что это плохо. Ритуалами занимали время. Вот представьте, что такое духовная практика? Это единение человека с Богом. Сколько бы нас ни собралось, все равно мы один на один рядом с Богом. Мы общаемся с Ним на чувственных уровнях, на том, что невидимо. А когда приходят люди, и вот священнослужитель, он должен, ну, будет сидеть он и молчать, ну и скажет, а люди, а что пришли? Вот когда-то, когда начали знания подменяться на все религиозные действия, и были введены ритуалы, было введено вот это зрелище для того, чтобы человек проникся. С одной стороны, они оправдывали это тем, что как раз когда идет помпезность, когда идет зрелище, захватывается человек это все. Его сознание как бы увлекается совершенно другими картинками, и есть возможность духу соприкоснуться с духом, скажем так. Но на самом деле как раз это уводит, отвлекает внимание и приобщает к другому. Поэтому есть одни религии, где очень много ритуала, очень красочно, есть очень скромные религии, которые больше направлены на внутреннее. Берем ислам, да, там же ж ничего такого нет, люди пришли и молятся. Они один на один с Богом, ну, читаются определенные тоже молитвы и все остальное. Но все равно везде присутствует определенный ритуал, определенные догмы, определенное подчинение кому-то. Вот нельзя подвергать критике слова того, что сказал духовный наставник. То есть он же лучше и больше знает и тому подобное. С одной стороны, когда человек начинает свой путь и сознание ему мешает, конечно, опыт и практика — это огромное дело, но не может быть такого понятия, как безусловное подчинение. Человек сам выбирает, кем ему быть и как ему существовать. Если начать подчиняться, ну вот возьмем Андрюху, все мы знаем, прекрасный человек. Мы сейчас все начнем подчиняться. Ребят, через год будет дракон. Поверьте. Да и так. Да и так балуется, да, да. И так иногда, да, да, да. А через год это будет тиран, это будет… Мы уже проходили это, даже вот наша организация, мы знаем. Если начинают человека возносить, то человек начинает становиться как раз тем, кем и являются те, кто прячется в тени. Почему? Мы, пытаясь переложить ответственность за себя на кого-то, мы из него создаем чудовищ. Не надо порождать чудовищ, а надо ответственно относиться к самому себе.